Постановлением главы Одинцовского городского округа на территории муниципалитета 14 июля с 18.00 введен режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Создан оперативный штаб по предупреждению ликвидации ЧС, вызванных подтоплениями населенных пунктов и территорий. Режим повышенной готовности будет действовать до 9.00 понедельника 20 июля.